مابيل أولبرايت في فندق شيراتون ماجا قالت إذا تبع طريقة والده فأهلا وسهلا، وعندما لا يتبع طريقة والده فلكل حادث حديث. ما هي طريقة والده؟ قل لي يا سفير سوري، السفير السوري انتهى وفد الأسد إلى الأبد. الانتخابات، إلغاء النظام الواحد، إلغاء الحزب الواحد، مجلس الرئاسات لا نريدها، عصابات المخابرات لا نريدها. Можете рассказать, о чем он говорит? Разобрать режим убивать детей. Диктатурный режим. Убивал. У нас начала революция. Более 3 месяца. Убивал. До сих пор около 1500 человек. Между них и дети, и женщины, и инвалиды. Многие. А почему инвалиды? Тех, которые воевают, те, которые хотят свободу, убивают. Люди, которые арестуют в тюрьму, убивают их в тюрьме. Даже некоторые в больнице убивают. Везде. Каждый человек хочет свободу в Сирии. Убивает его сразу. И не только его. И он, и его семья. Все. А сколько уже диктатура в Сирии длится? Более 40 лет. 40 лет. Я вам говорю. Он его оставил, когда умер, дал ему сына. Уже 40 лет мы живем под этим. Это сам диктатурный режим. Не больше меня так такой. Президент, который убивает свой народ, он не достоин оставаться президентом своего народа. Вот мы так говорим. Но, Башар Асад. Не будем. Более 10 тысяч арестованных человек в тюрьме. Это всего в течение 2 месяца. Ну это выходит же свои люди. Свои люди, конечно, свои люди, он бывает свои люди, чтобы оставаться президентом Сирии. Мы это не хотим. 40 лет мы так подождали. Он несколько раз нам обещал, что будет лучше, что будет лучше. Хуже и хуже каждый день становится у нас. Как еще много он поддерживал режим? 10 лет назад. 10 лет назад все хуже и хуже. Ну почти как в Украине. Хуже. Вообще нигде. Коля нигде.